Это личник. Да, коробка 10, да? 10, ага. Команда. Да. Ирина. Ага, спасибо. Так, следующий кто там? Команда личная? Да пока я команд не набрал, ты этих коллективов, никого больше нету. Серега позвонил. Да. Флажки есть или нет? Флажки есть? У меня есть флажки. У нас для команды есть флажки. А, ты да? На лунке есть, да? 10 загаров, ни одной. Я сюда хрен ногой вытащил. На можайке сижу. Руки связали, а глаз у меня вот такой был, да? Вот такой подрезчик, ну чуть побольше клюет. Таскаю. Чуть-чуть еще, вода поднимается за этим. Вот у головы плюс, сюда влезает, хватается. Участники соревнований. Нога выстроится в одну линию. Стрелковую. Бывает как стенки, да? Ну так, да. Прекрасно будет спокойно свое. Здравствуйте! Здравия желаем! Уважаемые участники соревнований, зрители, все присутствующие. Сегодня мы проводим соревнования по рыбалке на мормышку среди первичных организаций Домодедовского общества охотников и рыболовов. Прежде чем начать наше мероприятие, давайте помянем минуты молчания председателя Домодедовского районного общества охотников и рыболовов Бушмакова Юрия Владимировича и Студнева Александра Александровича, который многие годы был у нас главным судьей на таких соревнованиях. Значит, план мероприятий нашего кратенько такой. В первой половине дня мы проводим соревнования. Значит, во второй половине дня всем желающим проводы, как говорится, зимы, масленица, уха, чай с блинами. Только одна удочка, на готове может лежать вторая. По расстоянию 5 метров друг от друга. Запрещено переходить из зоны в зону, разговоры и тому подобное. Кто-то, если хочет выйти, вдруг кому-то что-то надо, есть у вас судья в зоне, смотрит и тому подобное. Буры только ручные, электрические запрещены. Вот. За передачу тоже рыбы сразу команда снимается, если кто-то подбрасывает. Для поднятия флага приглашается Горнов Сергей Васильевич, победитель соревнований по рыбалке на мормышку в прошлом празднике. Ура! Сейчас я продиктую по зонам, запомните сразу, зона сейчас от моста А, средняя зона Б, крайняя зона В. Слушайте, знаете, получается 12 шаг по зоне. Так, зона А, Лебедев, ОВ, Довальченко, Белов, ВН, Белов, ОА. Привет, ребята. В общем, вот такие дела. Волей случая я был приглашен на мероприятие по спортивной зимней рыбалке на мормышку. Ни разу не был на таком соревновании. Это наш рыболовно-охотничий коллектив. Порядка 100 человек у нас в коллективе. Но вот ребята с теми, с кем на лис ездим, все здесь. В общем, есть командный зачет, есть одиночный. Я в одиночном. Соответственно,
будем пробовать рыбачить. Не призов ради, естественно, ребята, а так провести время в компании единомышленников. Ну, выйти, можно сказать, наверное, это еще не последний лед, но уже март, по-мартовски прекрасная погода стоит. Подморозило с утра, сейчас где-то минус 5, с утра было минус 8. Вот такой вот праздник. Посмотрим, что из этого получится. Крепкий лед, да? Даже близко не... Угу. Я так думаю, что боюсь, что мы... И в апреле, может быть, вот. Да, может. Хотя... Сейчас, если тепло, две недели и все. По моим прикидкам, весна должна быть теплой и ранней. И вот хорошие бы дожди еще прошли такие. Снег бы растопило, и лед тоже, соответственно. Я думаю, там ближе к концу марта долбанет. Ну да. Ну, будем надеяться. Ладно, у нас в запасе минут 10. На лед пока выходить никому нельзя по команде. Уже помимо. Вот. Соответственно, у нас будет минут 10 на прикормку, на все вот это хозяйство. Да. По свистку. Все понятно. Не, ну щучку я ловил. Щучку ловил. Привет. Я в варежке, извини. Ну, в одну... ничего страшного. Мы сейчас на базе нашей охотничьей, рыболовно-охотничьей базе охотобщества. Здесь вот такой водоем, это небольшая река, и здесь прям она так разливается по берегам. Вообще ни разу я на ней не рыбачил, я ничего вам не могу сказать по глубинам, сам не знаю. В общем, это все методом тыка будет происходить. Посмотрим, как это все будет, потому что я-то привык вот один, тихенько, спокойно. Зимой я выходил, это зимой на лед, но... По нулям было, да и у всех так почему-то. Это было такое глухозимье, где-то в начале февраля. Ничего не нарыбачил, и показать вам, ребят, нечего было. Но здесь просто праздник. Как сказало судейство, будет традиционно уха и масленица, провода зимы. Ждем старта. Ну, кто-то уже сверлился. Ну, ребят, дали команду. У нас есть 10 минут засверлиться. Я так подозреваю, по моим прикидкам, русло, оно где-то вот, ну, посередине должно быть. И там должен быть свал. Сейчас мы спросим. Серег! Ну вот, вот, я тоже думаю, где-то, наверное, к руслу надо стремиться. Она здесь чуть, с извилинкой, но плюс-минус где-то тут. Ну вот и давай, наверное, как-нибудь сейчас. Здесь мы встанем. Да. И все это. А, так тут вообще метра два от силы. Я же тебе говорил.
Кто-то открыл начало, нет? Пока по нулям. Надо же заснять первую рыбку-то. Так, пусто, да? Ну попробуем эту. Тут уже она. Глубина тут, ребят, метр полтора вообще от силы, в принципе. Да это разве рыбой? Живца поймал. Нормально. Не, ну это отпускать, щук. Ну, куда? Килька несчастная. Оставляем, зачет все. Да ну, килька несчастная. Все равно она в зачет идет. Килька несчастная. Да жалко. Поймать. А ты думаешь, мы что, тут это так, что ли, просто? Мы на рыбалке. Уклейка, конечно, это хорошо. Такое себе, да, рыбалка? Ну, да. Ну,
кушок такой маленький. Ну, вообще, да, ну... Килька несчастная, это просто ужас. Да вот такой окушок, это я такого не... Не, на живца это просто шикарно. О, не ты, Настя, окушок хороший. Да какой? Ты даешь. Не, ну на безрыбье и рак рыба, это понятно. Зараза, да он такой маленький, что он не берет просто, он просто не берет. Она ему просто в рот не влазит. Сливать будете, да? Такой клев шикарный, что просто не хочется уходить. Да, ребята. Вот это рыбалка. Две вот таких вот, это вот просто килька и окушок бедненький. И главное, говорят, бери, бери, типа в зачет. Да какой тут... Так бы я, конечно, никогда не взял. Но вообще место, конечно, интересное тут. Лед так вот трещит, сижу. Сидим с мужиками, лед прям хрустит, вон трещины. Но глубина-то какая-то, не глубина, а толщина там сантиметров 60 точно его. Пока еще лед стоит, до весны еще у нас далеко. Ладно, сворачиваемся, мужики все сворачиваются. Красота. Идем на берег, и там уже разбор полетов, что там сейчас будет. Интересно, но клёво ни у кого вроде нет такого. Чуть-чуть не хватило. Да. Чуть-чуть. Голодная была. До 40 чуть-чуть. Не, ну надо было мотыля туда ему в рот сунуть и... Как оно, мотыль? Как оно? Она же знает, как она говорит. Да там все поняли. Участники соревнований, рыбу все взвесили. Значит, все. Взвешивание закончилось. Так, объявляю, что закончилось взвешивание. Кто-то ничего не поймал. Взвешивать нечего. Так, внимание! На взвешивание рыбы закончилось. Идет подведение итогов. Через полчаса будет виден результат. Отошел, ребята, от коллектива. Немножко там шумно. Ребята отдыхают, праздник. Готовим уху. Андрюха у нас из коллектива. Такой мужик уху готовит. Сейчас там ведется подсчет. У меня, конечно, эти две рыбешки. Ну, хоть от нуля отошел. У многих пусто. В общем, что хотел сказать, ребят. Вот тут смысл не в том, я так понял, в этих соревнованиях, что ты там поймал большую рыбу, крупную, крупные экземпляры. А смысл в том, что ты можешь для себя вот понимать, что на тонкую снасть ты можешь поймать маленькую рыбешку, а значит, ты можешь поймать и крупную. Наверное, так. Я такой для себя вывод сделал. Ну, в принципе, и мужики так тоже считают. Ну, там еще мужики вон сидят за пределами этих вот зон. Где-то уже, конечно, так вот ледок подтаивает, но еще до
полноценного схода льда далеко, сами видели, там сантиметров 60 льда, это, конечно. Вот сейчас все, ждем объявления результатов, у кого-то там прям хороший улов такой, та же мелочь, но много. С детьми вот приезжают, семьи тоже. Ну, в общем, друзья, я считаю, что даже вот ради такого стоит участвовать в таких мероприятиях, состязаниях. Тем более, ну, вроде как и особо ты не напрягаешься здесь. Да, Андрюх, да. А где уха? Вот я хочу показать ребятам. Ну, варится. Варится, да? Значит, вот здесь так, мы давай, можем лицезреть шедевр авторской кухни. Да, дядя Андрей. Будет заключаться следующее. Это, значит, это уже вот я смотрю, да, шедевр производства. Да, да. О, все на благо и все жертвы. Слушай, это вот тут поймали, да? Потому что такие голые, это конечно, прям конечно. Там красная рыба, то есть форель, там все. Ну, вот, красавчик. Друзья, скоро будем пробовать авторскую кухню из сырья местного водоема. Это из рыбы, которая здесь водится, форель, кита, сита, щука, галавль, значит, и немного жереха и красавчик. Немного морского, такой изюминки в плане кальмаров, осьминогов и креветок. Это все тоже тут? Тут, конечно, это местное, мы здесь... Да. И если это говорит о том, если ты это не выловил, это не значит, что этого тут нет. Совершенно верно. Ты просто не умеешь ловить. Совершенно верно. Пока, значит, мы там занимались не пойми чем, дядя Андрей здесь уже взял, спокойненько отошел, все это... Да? Вот смотри, вон луночки, видишь, вот луночки. А, то есть вот оно, прям, блин, да. Вот это все там... Давай места секретные. Ты зачем рыбьи места вы рассказываешь? Я, ладно, сейчас, мужики, ну, сожгешь машину. Давайте. Поэтому, друзья, да, скоро будем. Самая крупная рыба! Сейчас 7 грамм волков! Волка! Лотва, твоя ведь? 56 грамм! Спасибо! Благодарю! Самым юным рыболовом Захаров Константин! Давай! Ну что, поздравляю тебя, самый юный рыболов. Держи. Спасибо. Бокарев Андрей. Ни при чем. Ну, генерал. Генерал. Серебро с золотом. Генерал песчаных карьеров. Ну, красавцы мы мужики. Мы стекло не пробиваем, ребята. Сколько уже, говорит, пробовали, говорит, никак не получается. Не получается, не получается. Ну, получилось это. Нет. Надо считать, что не умеете, да? Я умею. До какого? До сотни умеешь? Держи. Да. Ну вот сколько насчитаешь, все твои. Нет, 22, но ты был ближе всех, потому что остальные молчали. Держи. На шею вешай. Это призы, можно. Призы, да? Ой, есть. Кто рядом стоит, тому и дай. Спасибо. Вон, Ваня. Девочки. Ну, с масленицей, ребят. О, бурлики пошли такие. А кто? С дымком. Прикрой чуташки, вот там вот прикрой. Вот, чтобы хорошо. Пропиталось. Да. Чтобы полено пропиталось, оно так мягче будет. Ты когда его в тарелке кладешь. Чтобы на зубах полено не скрипело. Конечно. И это. А полено достается только повару.
Ну, чучело сгорело? Что это значит, если чучело сгорело? Зима закончилась, совершенно правильно. Да, зиму проводили. Все. Долой зима, приходи весна, или как там, я этих... Задует, ничего не видит. Сейчас мы это дело оприходуем. А что это мне такой большой? А, ну я рыбу поймал, я понял. Ну, ты же у нас участник. Андрюшенька, мне картошечки еще, пожалуйста, картошки можно там? Сейчас сделаем картошечки. Картошечку бревнышком. Нет, ты рыбочку убери, а то другим может... Рыбочку мы тебе больше не дадим. Спасибо, картошка бревном, морковь кольцами. Спасибо, дорогой. Ну, ребята, красота. Какая красота. Ледок стоит, да. Машины потихоньку разъезжаются. Собираются ребята. Ну что, ребят, вот так вот закончилось мероприятие. Прекрасно, я считаю, посидели, пообщались. За жизнь, за то, за все, за охоту, за рыбалку. Ждем уже весеннего открытия. Что я вам могу сказать? Большущей вам удачи. Мне очень понравилось. Я считаю, что ну, надо выбираться на такие мероприятия, общаться. Ну, с рыбалкой вот так вот. Сегодня все вот примерно вот так. Но есть и победители. Там ребята вот эту мелочь наловили прилично. Еще раз большущей удачи. Спасибо, что смотрели. Ну и пока, увидимся.